Вот в каком состоянии теперь моя баня. Все было в порядке, своими силами все отодрали полы. Не уходит вода из подвальных помещений, где находятся все коммуникации. Отопление, все остальное. Она стоит. Подвалы были жилые. Но опять же, бог с ним, мне надо добраться до электрокотла, чтобы в зиму как-то сушить это здание. Мотопомпу откачиваю через день 10-20 сантиметров, потому что больше страшно, начнет подмывать фундамент. Через час она возвращается к тому же уровню. Если останется в зиму, то порвет фундамент, разорвет, здание рухнет. Потому что нужно, мало того, чтобы она ушла, нужно успеть просушить. Времени остался месяц, я не знаю, как будет. Работа, значит, проводится по перекопу федеральной трассы для того, чтобы положить туда трубу. Соответственно, в этой трубе у нас будет проходить 4 магистральных линии для откачки воды вот с данных улиц, с которой еще вода не ушла. Это рукава на 150 диаметр. Пожарно-насосные станции будут производить откачку воды. Примерно 100 литров в секунду будет уходить вода с одной магистральной линии. Длина будет рукавов примерно около 60 метров через дорогу и дальше на ту сторону трассы еще метров по 20.